Самый легкий рецепт оставаться в форме. Номер один. Разнообразный рацион. Разнообразный рацион очень важен для хорошей работы нашего организма, а также приведения себя в желаемую форму. Номер два. Углеводы быстрые, простые и медленные. Нужно понимать, что углеводы тоже бывают разные. Быстрые – это те, которые усваиваются быстро и насыщают организм ненадолго, вследствие чего чувство голода приходит снова через короткое время. В составе сахар и крахмал. Сложные – это те, от которых чувство насыщения держится долго, и они очень полезны для нашего ЖКТ. В них содержится клетчатка, которая регулирует работу кишечника и поддерживает микрофлору. Номер три. Минимизация употребления сахара. Нужно отказаться от рафинированного сахара и внимательно читать состав магазинных продуктов. Хитрые производители могут в составе не писать сахар, а, например, патока, мальтоза, сахароза, глазурь, в которой сахар. Будьте осторожнее. Номер четыре. Рыба. Омега-3. Полезные жиры. Потребление жирных кислот омега-3 важна ежедневно, но, к сожалению, мало кто ест рыбу. Не то чтобы каждый день, хотя бы раз в неделю. Поэтому зачастую многие употребляют их в капсулах. Вообще, употребление рыбы нужно включить в свой рацион хотя бы раз в неделю. В идеале 3 раза в неделю. Именно омега-3 борется с заболеваниями сердца и сосудов. Факт номер 5. Привязывайтесь к приемам пищи. Создайте комфортные условия под себя и запомните: баланс во всем, успех во всем. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч, друзья!